Алло. Алло, привет, Саш. Здравствуйте, Илья. Как дела у тебя? Все отлично. Ну, здорово. Да, чего хотел? Хотел поговорить по поводу завершения работ над сайтом. Угу. Просто дело в том, что мы до сих пор не получили оплату за него. Я вот сейчас только была в бухгалтерии, вот, сказали, что денежки от вас не пришли. Угу. Вот. Хотел получить ваши комментарии по этому вопросу. Нет, они не пришли, потому что их не отправляли. Ну, то есть, это все, да. Вот. Слушай, у нас тут с деньгами некоторая заминка произошла. Мы ждем просто транш, нам клиент должен перевести, ну, по безналу. Я оттуда же сразу там, вашу часть целиком хочу оплатить. Вот я вчера, не далее как, разговаривал с клиентом. Он говорит, что 4 февраля он нам точно деньги переведет. Собственно, я оттуда как раз хотел вам выцепить. Ну, просто хотел попросить, чтобы вот мы еще там 2-3 недели просто подождали. Вот, я уверен, что все будет нормально. Новость хорошая. То есть, главное, что вопросов к сайту нет, у вас отношение к нему не изменилось, работой вы довольны? Слушай, я тебе признаюсь, я его с тех пор не смотрел внимательно, да? Вот. Ну, мне ничего не говорили, что какие-то проблемы есть, так что, видимо, все нормально. Отлично. Илья, просто смотрите, такой момент. Я, возможно, на старте сотрудничества, когда мы с вами в начале осени встречались и проговаривали проект, угу. Не сказал, что для нашей компании важно получать деньги в срок. Мы просто не можем работать со срочкой. Вот. И мы, получается, счет выставляли 30 ноября, уже прошло полтора месяца. Признаюсь, для нас отсрочка до февраля – это тяжелое решение. Боюсь, что мы не сможем ждать так долго. А что значит, вы не сможете ждать так долго? Ну, нет, как, мы сможем подождать. В целом, работа компании не остановится, но мы не можем, наша компания не может давать отсрочки такие длинные. Почему? По оплатам. А, так устроен бизнес-процесс. Есть зарплата, которая привязана к там, проектам, и в проекте посчитана стоимость часа сотрудника. Вот, нам нужно выплачивать бонусы. Получается, что по вашему проекту я заплатил бонусы из других проектов, фактически перекредитовал. Нам тяжело так. Не, я понимаю, на самом деле, как бы ничего, в ситуации-то приятного нету, да, как бы не вопрос. Вот, и нам клиент должен уже 2 месяца, вот, наконец, там вроде с таможней все решилось, у него там груз встал, вот. Я понимаю, что тяжело, нам тоже тяжело, вот, давай, может быть, все-таки 3 недели мы еще подождем, ну, и как бы оплатим, потому что, ну, реально, это самое адекватное сейчас решение. Ну, то есть, если вы как-то уже перекантовались, и уже там полтора месяца, да, мы с вами созванивались по этому вопросу. Я говорил, что там очень деньги ждали там до конца года. Сейчас да. Начало января, и нам все тяжелее и тяжелее ждать. Хочу предложить вам найти какое-то решение, как нам получить деньги, ну, допустим, в течение недели. То есть неделю мы еще спокойно ждем. Вот. Возможно, у нас нет денег там на расчетном счете. Мы готовы работать по наличке, нас это устроит. Да, я понял, просто денег-то нету. Слушай, а у меня другая идея, давай. Мы пока формально проект, у нас, по-моему, последний этап, мы так и не подписали. Давай пока формально проект не будем закрывать. Ну вот, и пусть там твои бойцы подождут еще 3 недели, но как будто действует проект. Можем там пару доработок сделать на сайте какие-нибудь, да, ну как будто живой проект. И потом сразу вместе с этими доработками оплатим. Я, по-моему, я сейчас извиняюсь, но, по-моему, мы как раз в конце ноября этот проект сдали. Ну да, да, сдать-то вы его сдали. Мне кажется, что мы не подписали последний этап. Ну, могу ошибаться. Нет, да, у нас подписаны документы, и там, если не хочу говорить там про юридическую сторону вопроса, ссылаться на договор, но вы подписали акт, попросили нас выставить счет в конце ноября, вот, и мы с командой радостно сидели и ждали денег. Не, понятно. Саш, я понимаю, что третий раз об этом прошу. Давай мы просто до февраля этот вопрос отложим радостно, и там все будет. Я вот уверен, что там все нормально будет. Спасибо за предложение, но я не могу его принять. До февраля не могу ждать. Я отвечаю там в компании за финансы и за их приход на расчетный счет. Вот, и ну, не могу такую
отсрочку дайте. Ну, хрен знает, но нет сейчас денег. Просто смотрите, если мы сейчас ждем до февраля, мы фактически теряем январь, мы не переходим к следующему этапу, про который мы с вами разговаривали на самом начале. Это продвижение сайта, закупка рекламы, собственно, чтобы сайт начал работать. Это наша с вами задача, мы это обсуждали, сделать рабочий инструмент, чтобы вы получили звонки и получили больше денег, больше таких клиентов, которые вам будут платить вовремя. А сейчас, по факту, мы с вами построили дом, но не подключили его к газу, не провели в него свет, в нем жить невозможно. Так и сайт. То есть мы его сделали, он есть, вы можете на него зайти, но его должны найти поисковые системы, люди должны узнать о нем, мы должны провести аналитику, посмотреть, как он убеждает пользователей звонить в вашу компанию. А мы, получается, реальную работу, реальный возврат ваших инвестиций откладываем. То есть тут вот... Саша, в чем тогда предложение? Я предлагаю на текущий момент все-таки подумать вам, то есть я не знаю, как изыскать средства завершить этот этап первый по созданию сайта и начать перейти ко второму этапу, чтобы ваш сайт начал работать. Так а чего мы не перешли? Мы полтора месяца тогда сейчас чего сидим, ждем? Илья, мы ждем денег, честно. Сейчас, подожди секунду. То есть мы его полтора месяца назад открыли, но он нихера не работает. Он не будет работать, если мы не начнем закупать на него рекламу. То есть в поисковых системах он еще не появился. Понятно. То есть, короче, полтора месяца он просто мертвым грузом лежит. По факту, да. То есть мы вам Лежит мертвым грузом только потому, что вы не увидели денег за предыдущий этап. Немножко не так. А почему? Почему мы не начали его продвигать сразу после того, как мы его сделали? Смотрите, мы сделали сайт, наполнили его контентом, наполнили информацией, сделали SEO-оптимизацию, про которую мы с вами договорились на первом этапе. Ну? Чтобы мы перешли с вами ко второму этапу, мы должны начать скупать со своей стороны, вкладывать дополнительные деньги в привлечение аудитории. Это можно сделать быстро, покупая там контекстную рекламу на Яндексе или в поисковой системе там Google, либо заниматься SEO-оптимизацией. Ты грузишь меня сейчас, извини, я перестал понимать. Извините. Вы из своих денег этой закупкой занимаетесь? Мы занимались этой закупкой в течение декабря, потому что... Из своих денег? Да. И сколько вы потратили на это? Мы проговаривали, что мы не вылазили за бюджет 20 тысяч рублей в месяц. Это в смысле ваши чистые как бы на убытки, по сути, 20 тысяч? Как убытки. Мы надеемся, что второй этап по сопровождению будет, и мы перейдем к этапу сопровождения. Подожди, Саша, а если бы я заплатил деньги полтора месяца назад, то что бы произошло? Что бы сейчас было? В какой бы точке мы сейчас находились? Я запутался чуть-чуть сам. Если бы полтора месяца заплатили деньги, мы получили бы деньги за проект. Да. И у нас бы сейчас с вами не было этого разговора, который, честно говоря, мне не очень приятный. У нас с вами хорошие отношения, и нам нравится работать с вашей компанией. А я сейчас фактически поднял финансовый вопрос. Я не люблю эти договора, документы. Вот. Находились бы мы с вами в той же самой точке, но у нас бы не было с вами этого разговора. А, понятно. То есть на самом деле то, что ты там до этого сейчас 3 минуты говорил, это все надо вычеркнуть. Это все не так. То есть мы ничего не потеряли. Понятно. Ну смотри, я не знаю, что делать. Ты говоришь, надо денег. Я говорю, сейчас денег нет, давай еще на 3 недели мне дай отсрочку. Ты говоришь, я не могу дать 3 недели еще отсрочку. Полтора месяца мог, а 3 недели не могу. Действительно так. Я, к сожалению, не могу давать отсрочку 3 недели. Ну, мне это тяжело в нашей компании. Не, я понимаю, что тяжело. Ты не представляешь, насколько мне сейчас это тяжело. Я просто прошу, чтобы вы навстречу пошли. Да, я же вам не говорю, что я вам деньги не заплачу. Обязательно заплатим. Да, мы пока нормально вообще разговариваем. Обязательно заплатим, будем дальше работать. У меня сейчас с этих денег нету после Нового года. Они должны прийти от клиента. Там гораздо большая сумма должна прийти. Я хотел из них заплатить. Если там меня сейчас к стенке припереть, я хрен знает, что буду делать. Нет, к стенке я не хочу. Ну, так может подождем просто 3 недели? Илья, ну, это же не год. Спасибо вам за предложение. Я понимаю, что вы со своей стороны хотите закрыть проект и тоже ищете. Конечно, мне тоже этот разговор удовольствия не доставляет, как ты понимаешь. Да, и мы с вами там
не ради этого затевали все создание сайта, чтобы сейчас эта работа останавливать. Вот, но просто действительно мне тяжело дать эту большую отсрочку в 3 недели, это много для нашей компании. Скажите, возможно, если вот вариант, получается, наличка не подошел, возможно, какие-то есть еще варианты. Давайте попробуем вместе их поискать. Как нам закрыть проект, получить свои деньги? Вопрос. А ты что думаешь? Ну, у меня есть одна идея, но такая из ряда вон, но хочу с вами обсудить. Просто у нас в клиентах есть небольшая сеть супермаркетов «Булочка». Они, кстати, являются вашими клиентами. Может быть, вы слышали, они небольшой объем у вас берут перевозок машин. Ну, может, как-то по-другому ООО называется, не знаю. Ну, возможно, у них может быть там юридический ИП какое-то. Вот. Директором этого сети является мой хороший друг. Вот. И, возможно, они сейчас нам заплатят по договору вот эти вот 100 тысяч рублей, которые мы ждем от вас. Вот, а вы им просто на эту сумму окажете услуги. То есть для вас это хороший выход, фактически небольшая... Хорошая идея. А ты можешь с ними договориться целиком? Ну, то есть... Если честно, я с ними уже разговаривал по этому вопросу, забрасывал удочку, простите, что не согласовал это с вами, вот, и получил согласие от своего товарища на этой неделе заплатить нам по контракту, потому что они заинтересованы в ваших услугах. Единственное, что он просит, небольшую скидку, чтобы вы сделали ему, чтобы какой-то был его интерес, чтобы не... Не, ну подожди, они или довольны нашими услугами, они с нами работают, или они с нами не работают. Мне тут благотворительность не нужна, какая скидка. Тем более, если они с нами работают. Скидка за что? За то, что мы вам не можем заплатить? Ну это вообще какой-то... Ну, скидка за то, что сериал. С вами выйти из этой ситуации. Не, это скидку нет, а так, если они готовы так взаимозачеститься, то окей, как бы это можно обсудить, я готов как раз. То есть принципиально вы за... Не, а почему нет, какая нам разница? Ну, конечно. Если они нам сейчас закажут услуг на 100 тысяч, да, могу ли я эти деньги сразу вам перевести? Ну, почему нет? Почему нет? Там немножко другая механика. Они платят нам по нашему с вами контракту. То есть я узнавал в бухгалтерии, такой вариант возможен, просто идет оплата за такой-то договор. А вам с ними нужно будет соответствующие документы подготовить, но это вопрос в течение дня, я думаю, мы с ним решим. Ну, короче, смысл-то в том, что мы им окажем услуг на 100 тысяч рублей, по сути. Да. Ну, да. Окей, конечно, мы готовы. Им окажут услуг, а мы получим свои деньги и, собственно, сможем с вами дальше... Окей, это хороший вариант, на самом деле. Окей, пусть он со мной поговорит, какие им услуги нужны. Вот. А, стандартный, то, что они у вас... А, ну, окей, не, давай так сделаем, мне нравится эта идея. Вот, я только в бухгалтерии тоже проконсультируюсь, как нам это сделать. Вот, и давай делать. Окей. Да, давайте тогда договоримся, что я к вам... Сегодня мы с вами тогда еще раз спишемся, подтвердим наши договоренности. Вот. И если все ок, там бухгалтерия принципиально не против, завтра мы подъедем с товарищем вам в офис, подпишем документы, и мы получим свои деньги. Подъедем с товарищем ко мне в офис? Мне это нравится. Мне тоже пару товарищей на всякий случай в офис привезти. Нет, я имею в виду своего товарища, который директор магазина, немножко, может быть, звучит... Хорошо. Своим другом подъедем к вам. Давай. Он привезет со своей стороны документ, я со своей. Ну, давай, договорились. Вот, хорошо. И мы тогда с вами при личной встрече обсудим как раз второй этап, который у нас начался. Вот, какие критерии, как раскручивать сайт. Хорошо. Какие результаты. Хорошо, договорились. Все, договорились. Спасибо. Спасибо, Саш, пока.